Привет-привет, всем-всем, доброго-доброго дня. Уже практически вечером. Ну что мы? О, Вовчик, привет. Соблюдаем новогодний режим. Нажрёмся и лежим. Весь день. Телек смотрим. Вот сейчас Вовка смотрел Гринча, да? Как Гринч похитил Рождество. Я ему включила по СТС. Сегодня или вчера было, не знаю. А я пошла, короче, на улицу. Уберу снег. Ой. Шапку не могу найти. В машине, что ли? Розовую-то свою, вот такой цвет. Скорее всего, да. По-любому в машине, ну. По-любому, по-любому. По-любе. По-любе. Снега же навалило. Ой, блин, это что ты все волосы задрала? Снег уберу нормально. Тут раз Данька убрал как-то местами. Мне это вообще не нравится. Говорю, нормально убирай. Ну что, хочешь сделать хорошо, делай сам. Мусор так и лежит. Данька не вытащу. Да, перчатки вон лежат. А шапка? Не вижу. Ладно. Вон, вон. О, ни хрена себе, опять навело. Реально, ведь я вчера такого не было. Блядство. Короче, где мои варежки? Не падать. Не падать. Почему так-то? Почему? Ну вот. Надеюсь, не упадет. Снега по колено, блин, начерпала. Я еще без носков вышла. Терапия. Лопаты не ходят. Ой, нифига, свет погас.
кошатина воняет. Кто там дети? Это надо выкинуть. Вот раз пакет разорвался, вытаскивала вещи с этого. Да, выкинуть ее там вместе с этим. Надо большую здоровенную лопату. Фух. Видели, да, которая с двумя ручками по краям? Так взял, вижу, и сразу же к соседям уволок. Я думала, я быстро здесь. На. А чё, как будто кто-то дёргал. Как будто кто-то дёргал гараж. Вот замолчи ты наконец-то. Замолчи. Не знаю, куда её воткнуть. Чтобы не сломать. Вот что. Ой. А что случилось? Батарейка села. Где она включается-то? Батарейка, что ли, села? Интересненько. Горка уже образовалась.
дышать и не воняет, я не могу. Где эти носали, блин? Ощущение, что, блин, на меня носали. Я уже устали. Капец. Ну капец реально. Что, пусть Данька зачищивает, а потом я подкорректирую. Ну что-то я реально не могу уже. Накидала снега. Что, никого не видно? Никого не видно из живых-то. Видимо, батарея садится на этой. Угу. Короче, пойду я домой. На обсайд на зарядку. Или до ворот убрать. Опять, если я сейчас не уберу, это так все и будет. Пойти, может, мусор выкинуть. Вон там у меня просто это. Так, откуда у меня столько пленки? Я в раз выложила ее. И мне нужно было выкинуть. Вон, видите, коробка с пленкой. Откуда? А, от дивана, от дивана. От мебели, от шкафа. Затолкала в коробку, утащила в баню. А, нет, сначала здесь поставила. Так никто ничего не вытащил благополучно. У меня так и стояло. Вот. Короче, я сейчас вот до ворот доубираю. И усё. И усё с меня хватит. А там пусть Данила уже убирает. Тут уже вон какая-то образовалась. Зашла я, короче, с улицы. Привет. До ворот. Ну, да, мифических ворот. Привет-привет, жопа. Привет. До мифических ворот дочистила и все бросила. Нафиг, на что я вообще заколебалась, так долго там была. Думаю, все, оставлю Данилу. А то что это? Так это, когда мы чистили, дня 3 назад, наверное, вчера снег вот валил. Вчера еще не так было, видимо, за ночь столько навалило, вот реально вот столько. Ох, блин. Каждый раз думаю, вот как снег выпадет, надо сразу убирать, сразу убирать, сразу убирать. Ну, раз так получилось. Ну ладно, пофиг. Раздула тему. Так, я жду, когда вообще Данил придет и принесет мне продукты с магазина. Пить хочу, не могу. У пчеловодов есть защитная одежда. Хороши бы они были, если бы не оберегались от укуса пчел. Выключи этих фиксиков, надоели уже. Защитные костюмы просто необходимы пожарным, чтобы они могли бороться с огнем и спасать. На улице вообще классно. На горках, наверное, там вообще не протолкнуться. Я такая вообще деловая. Отправляю всех детей завтра в школу, в техникум. Оказывается, Данька тогда до 14-го еще дома сидит. 14-го это у нас пятница. 15-16. 17-го пойдет учиться. Да, про 14-го, 15-го, 16-го, 17-го. Красным папой у нас полетит. Так что один Вовка завтра в школу идет, да? Да.
Иди-ка сюда. Там, я говорю, Данька, ты еще неделю будет отдыхать. Угу, ну и что? Вот, короче, у Христоса галстук. Ходи. Это тебе специально сделали. Двусторонняя. Еще и двусторонний галстук. Смотри, как тебе классно. Не разговаривать со мной, сегодня этот не давали, мокрый корм. Влажный корм ей не давали. Вовка вчера все скормил ей. Ты! Как сосиска растянулась. А это что? Ну, взял, порвал. Ёлки-палки. Да ёлки-то палки. Не надо мандалу нарисовать. Мандалу. Не надо срочно мандалу рисовать.